Друзья, сейчас вы услышите страшную вещь. Страшную. Смотрите, вот нормальная моя машина. А что это? Алекс, что ты сделал со своей выхлопной трубой? Блин, прямой испугал. Выхлоп. Прямой выхлоп? Ну-ка, газони. Оргазмус. Ну, добавилось примерно 12 лошадиных сил. Да ладно. Прямой выхлоп. И сколько бензина еще? Пол-литра примерно на 100. Офигеть. Зато можно заметить, если снизу снять, специально в одном сервисе мне сделали две трубы под заказ. Ого. Видите, друзья? Видите? Две выхлопные трубы напрямую без глушителя, звучит прекрасно, чисто двигатель и больше лошадиных сил. Зачем это надо? Не знаю, но приятно. А, у тебя прибавилось девочек. Вот так бывает иногда. А, почему ты не газанул, когда она хотела сесть к тебе? Я ее догоню. Ребята, вот так. Это машина для молодежи. Для старых пердунов вот эти машины. Ну что ж, краткий репортаж о смене трубы был закончен. Goodbye, my friends. Adios.